давайте поклонимся в это. Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Преданные, похлопайте, что вы это? Поддержите Матаджи, ну. Кришна, Хари, Хари, Хаяма, Хари, Рама, 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 Хари, Хари. Джая, Джая, Шри Чайтанья, Джая, Нитьянанда. Джая, Джая, Шри Чайтанья, Джая, Нитьянанда. Джая, Джая, Шри Чайтанья, Джая, Нитьянанда. Джая Шри Чайтанья, Джая Нитьянанда. Джая Гора Бхакта Вринда. Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Рама Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Джая Шри Чинанда, 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 Гора Хари. Нитай Горанга, Нитай Горанга, Нитай Горанга, Гора Хари, Нитай Горанга, Гора Хари. Гора Хари, Джая Джагатнатха, Джая Джагатнатха, Джая Джагатнатха,
Гатканатха, Джая Гатканатха, Джая Баладева. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Thank you.
Ничего страшного. Я не знаю. Шри Кришна Чайтанья Прабху. Нет, 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 а в этом же начале, я уже что-то купил пою. До якора синдопати, отвай ногу сай, до крипа бали бали, Чайтанья не знай. До якора синдопати, отвай ногу Скажите, пожалуйста, как будем здорово! Матаря, как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Кислород. Как вас зовут, Матаря? Юлия Перепелица. От какого города вы? Вообще с Керчи, родная я Харьковская, была немножко на Перевозке, жила и в Москве. Сейчас вы находитесь в какой ядре? В Москве. А как же вас найти? Вот... Автостопом приехала на фестиваль. Вау. Я что смотрю? Я была всего лишь 108 гривен. Обалдеть. Автостопом с Москвы сюда. В Закарпатье. Город Славская. Закарпатская область. Oh,
Джай, Матаж, еще раз как ваше имя, пожалуйста. Юлия. Перебелиться. Но Матаж, Юлия Ки. Джай. Я буду один. Неважно. Матаж, будьте любезны. Мне кажется, что ваш голос, вы могли бы быть хорошей рекламой для нашего женского движения. Не так хорошая реклама. Я понял, в переходе. Так нам надо. Нужно просто записать и рекламировать, показывать это везде. Что... Последний четыре раз тише. Это надо выложить в интернет. Я в чем говорю? Матаж, сейчас контакт ваш. Сразу контакт скажите, ваш, как контакт вас найти. Юля Перепелица, я первая в списке там. Юля Перепелица. У меня 2500 друзей. Так, город Москва, да? Да, город Москва. Юлия Перепелица, контакт. Поддержкой Вайшнава, мы построим огромный храм. Там всегда будет Прабхупада и святое имя там. Прозвучит чисто однажды, дживы привлекутся тогда. И любовь потечет бескрайне во все деревни и города. Юля, это просто сердце тает. Мои номера телефонов московские. +7 910 414 13 42. Мегафон. +7 925 84 508 64. Записывай. Теперь украинские. +3 89 3 377 02 37. +0 95 466 0 7 97. У вас еще память отличная. Вот это Хари Кришна, Хари Бог. Так, у вас плохая, ужасная память. Вспоминайте немедленно. Не без понятия. Память у вас ужасная. Память ужасная, просто ужасная. Неважно. Просто обалденно. Я вам скажу, что хорошо составить хорошую композицию, музыкальное поддержание с таким голосом. Просто будет обалденно. Это, кстати, мне очень нравится. Я о Кришне тоскую тебе. Твоему не поверю я слову. Неземная я, вечная тщель, мать вторая, сурак, корова. Я не стану тебя убеждать, что любовь — это чистая бхакти. И не стану себя утверждать, тратя зря драгоценную шакти. Ты уйдешь, не поняв ни меня, ни мое так ранимое сердце. На прощание легонько обняв, вспомнишь мое любимое сердце. И не заплачу, лишь четко возьми, повторю вслух святое имя. Только в толк все никак не возьмет, то ж с петли остывшую снимет. Ни сестра, ни друг не придут, в чужом городе эхо глухое. На богов в тишине отнесу, получу, может, тело другое. В новой жизни новое я, и не вспомню случайно былое. Только вдруг в свете нового дня я услышу вновь имя святое. И знакомое ёкнет в груди чувство горькой с Богом разлуки. Что за юноша там впереди? Так поет, воздев к небу руки. И одежда чудная на нем, весь в лохмотьях в оранжевом цвете. Среди ясного неба, как гром, свои песни напомнил о лете. Потому что улыбка его неземного сияния манила. Семя бхакти, оно таково, что хоть живо о нем и забыло, но как только чистый вайшнав прокричит громко вам, Гауранга, он навек ваше сердце украв, словно милость прольет садху сангу. Джай, Хари Кришна, вау. Это должно быть в интернете. Это будет обязательно, я выложу на сайте. Вы не слышите, как она пела, Матаж, как Матаж. Я ВКонтакте выложу. В Ютубе тоже. ВКонтакте. Ведадом.ком. Наберите ведадом.ком. Веб-сайт. Ведадом.ком. Там будет ее видео.
я вот так пытаюсь, да. Лето, вам прекрасного настроения, да, хвалит вас Господь. Замечательно. Это замечательно, божественное число. Хотя я готова даже на 108 секунд. Просто, просто обалденно, просто обалденно. Я здесь ваш, да, ваш есть телефон, я уверен, что с вами свяжутся наши представители. Если, конечно, в Польшу не укачу, то они дозвониться не получится, хотя бы ВКонтакте. Ничего, вы подсоедините Viber или WhatsApp? Есть Viber, есть WhatsApp. Все, на WhatsApp есть, значит, вами соединяться. Потому что, ну, таким голосом мы должны рекламировать наше движение, чтобы люди знали, что такое ведическая культура и как, что значит жить в духовности. На самом деле, мое служение – это мыть кастрюли на кухне. Ну, самое любимое. Да. Там, конечно, все начиналось с кастрюли. А что мне здесь делать? Она быстро в алтарь. Поближе к кухне, подальше от начальства. Порезать. Меня Петр пробовал, главный у нас здесь по овощам. Забрал мне нож, дал коротал, сказал, мать же, ой. Ваше место там. Так тихо, так правильно. Мы... Каждому нужно выполнять. Хари Кришна! Мне сказали, что Прабу! Мне сказали, что своим темпераментом вашего меня не возьмут. А вот Джай Кришна Прабу, Брамачари из Дивертровска, который видел меня пару раз, но видел меня в служении именно. Не просто где-то там, непонятно где, не понятно, о чем разговаривать со мной. Он даже не разговаривал со мной почти. Он сказал, это же с вашим энтузиазмом служением. Вашим, зеленое здоровье. Конечно, вы же будете их заряжать энергией. А как же, это самое важное. Они будут скрытые. Кто-то моет, кто-то готовит, а кто-то вдохновляет. Где-нибудь там, в Одессу езжайте. Мы там с Нагоди Прабу поссорились чуть-чуть. Это не на камеру сказано, но... Так, я отключу.